Здрасте. Здравствуйте. Ну, как ты? Да ничего, жив, здоров. Здорово. Ну, не совсем здоров. Как условия? Нормально? Отлично. Качество почетной грамоты, с достоинством выполнения служебных обязанностей, достижение высоких результатов, выполнение особо сложных и важных заданий, связанных с пресечением правонарушений в области дорожного движения и поддержанием правопорядка и безопасности на дорогах города Красноярска. Подписал начальник муниципального управления. МВД России Красноярск. Я поздравляю. Ставим сюда. Значит, служу России. Значит, небольшой наш подарок. Я лично от себя знаю, что привез тебе книгу. Значит, будет время почитать. Спартанца будет, конечно. Все равно в больнице что делать? Читать, смотреть. Ну, восстанавливать силы. Давай выздоравливай. Ну, в любом случае, сейчас еще... Коллег с роты, фруктов тебе тоже сейчас витамины нужны. Спасибо большое. Да, видите, мне еще... Мама что, как? Ну, мама была сегодня. Была, да? Приезжала. Чувак, я сам ездил там, спрятался в квартире, сидел в Октябрьском. Командир тоже должен, наверное, сейчас... Вылез в отпуск, приедет. Возили сегодня с Лопатина, уже приезжали с Новоборска. Не имею что-то, нормально, 2.90, достаточно будет. Алло, добрый день. Здрасте, Александр. Ну что? Можно знали. Держишься? Ну, держимся. Держись. Что там по лечению, по оперативному вмешательству? Ну, пока сказали лежать. Лежать, да? Ничего. С добросовестным выполнением служебных обязанностей, достижением высоких результатов служебной деятельности, выполнение особо сложных и важных заданий, связанных с пресечением правонарушений в области дорожного движения и поддержанием правопорядка и безопасности на дорогах города. Спасибо. Ты делал нужное дело, понимаешь, Саша? Спасибо. Давай. Сюда поставим. Хорошо, хорошо. Вот. В любом случае, они же смотрят, звонят, наверное, позвонили сразу. Ну, да. Конечно, же. Ну, врачи приходят, все у тебя, да, смотрят. Тоже тебе руководство полкада, пакет тяжелых фруктов. А, это. Вначале тоже, ну, все, те, кому, все наши руководители, все тебе привет передавали, а я... Ну, тем не менее, ну, может, что там, ЖЭКа поставили, все нормально. Не, ну, конечно, что живые, это самое главное. Что-то,